Добрый день. Мне сегодня задали вопрос, очень кстати. Что такое отвлекающие импланты и от чего они отвлекают? Значит, начнем с того, что отвлекающие импланты – это как бы половинчатый перевод. На самом деле эти импланты называются по-английски импланты-деструкторы. И у слова «деструктор» у него есть два значения, которые можно использовать одновременно. Одно значение – это действительно слово «отвлекать». А второе значение – это значение слова «разрушать». Поэтому, наверное, если бы я переводил слово «импланты-деструкторы» на русский язык, я бы либо оставил слово «деструктор», либо я перевел как «разрушительно-разрушительно-отвлекающие» или «отвлекающие-разрушительные импланты». Меня спросили, от чего они отвлекают. Я вам сейчас перечитаю название этих имплантов, и вы мне сами скажите, от чего они отвлекают. Гнев, ярость, бешенство, ненависть, обвинение, стыд, сожаление, чувство вины, привыкание, компульсивность, импульсивные, обсессивные, извращенные точки зрения. Любовь, секс, ревность, мир, жизнь, смерть, переживания, реальность, страх, сомнения, бизнес и отношения. А от чего отвлекают вас эти точки зрения? Это мой вопрос для вас. И если вы хотите узнать больше про импланты-деструкторы, отвлекающие, разрушающие импланты, кстати, также вы можете спросить, как они вас разрушают. То если вы сделаете репост этого видео и ВКонтакте или в Фейсбуке, и я увижу достаточное количество репостов, я сделаю вебинар по отвлекающим имплантам, отвлекающим разрушающим имплантам.